Всем привет! Мы сегодня празднуем, как обычно, каждый месяц мини-день рождения Даши. Да. И сегодня ей 19 месяцев. Ура! Браво, браво! Как обычно, мы чего-нибудь такого интересненького покажем, что она уже умеет. И первое, это будут у нас ступеньки. Мы идем к специальным ступенькам. Давай. Поднимайся сама. Давай, ну ты же можешь сама подниматься. Давай я подержу карандашик. На всякий случай, нет? Ну давай сама. Молодец, молодец. Что у тебя нитка торчит. Давай. Давай, давай. Молодец. 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 Браво, браво. Идешь сама, Дашуль? Да. Что там, твоя тень? Что там? А, там букашка. А ну, куда это он пошел? Куда это он пошел? Разобраться надо, да? Да. Да, он, наверное, домой хочет к себе. Да? Оттуда вода побежал туда. Ну давай мы его оставим, пусть он сам разберется до сегодня. О-о-о-о. Идем еще кого-нибудь поищем, идем. Ой, скорей, скорей, скорей. Скорей, скорей. Ой, 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 бегун, я бегун. Смотри, какие цветочки красивые расцвели, ты видишь? О, одуванчик. Да, и там тоже одуванчики такие. Хочешь по травке походить? А это не знаю, как называется. Понюхать надо. А, пахнет. Ой, 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 ой. Тащи вот такой, это Тася торопится. Наверное, к другим ступенькам, да, торопишься? Ой. Красота какая. Да. Дяди нарисовали на дороге, да? Вот это вот наполеоновская поза. Моя любимая. Кто тебя еще обнимет, как не ты сама себя? Да-да-да. Ой, вот видишь, это те ступенечки, которые я обещала тебе. Вот давай тут можешь сама походить. Да? Да. Поднимайся, конечно. Как ты сама поднимаешься? Ой, молодец. Браво, браво, браво. Ой, умничка. Да ты вообще мастер. Ты молодец. О. Умничка, умничка. Ой, молодец. И похлопает себе, и сама себя обнимет. Ну, самостоятельно. Молодец. Ой, умничка. Какая ты скоростная. Вот это прямо развитие на глазах. Мы ходили тут 2 дня назад. Она еще вот так на ручки опиралась. Так смешно. На каждую ступеньку опиралась руками, потом поднималась. А сейчас уже по этим ступенькам сама может. Да. Папа дома, мы с тобой гуляем. У нее был такой период в самом начале, вот как она научилась ходить примерно, она везде хотела сама. И это была зима, и она несколько раз прямо, когда мы гуляли по этому вот по дороге, она головой вот прямо лбом на асфальт падала. Это прямо и ноги еще вот так вот сзади задирались. Я это сама видела, но за ручку она не хотела ходить. А сейчас мы ходим только за ручку, и когда я говорю, Дашуль, сама пойдешь, она отпускает мой палец. Но вообще с ней ходить за ручку мне так нравится. Так классно с тобой ходить за ручку. Вся площадка только для нас. А за это время у Даши, вот самая новость, прямо новость новостей. У Даши полез 6-й зуб. Это вот внизу, так, это с какой вот с этой стороны, с левой получается. Конечно, все, что ему сопутствовало, вот эти вот капризы, она плохо спала ночью. У нас в этом месяце она даже 2 ночи, ну, получается, там, под утро я ее брала к нам, потому что она плакала, я не могла ее успокоить, она не могла заснуть. И она 2 ночи спала с нами. Это, конечно, было... Я видела ее только однажды, как она не нашла более удобного места, чем у Джеймса. Вот он отвернулся спиной к нам, она лежала посередине, и я видела, как она ему вот тут вот на затылке мастилась. Потому что... Ой, 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 что ж ты делаешь, лялька? Потому что более удобного места на данный момент, кажется, не было.
И да, у нас были такие дни нервные, капризные. Капризничает она, нервничаю я. Короче, это все взаимосвязано, естественно. Так, наверное, у многих. По крайней мере, я не могу на это не обращать внимания, делать вид, что все хорошо. У меня так не получается. И, в общем, конечно, это были такие неспокойные дни. Но с тех пор, как они вот прошли, как зубик уже показался, он вот такой вот масюпенький. Я знаю, что где-то в ее возрасте там уже по 12 зубов, там чуть ли не все вылезли, но у нас вот так. И мы это почувствовали. Мы, честно говоря, каждый зуб чувствуем до сих пор, когда ночью просыпается и капризульки делает. И чаще всего я просто прихожу к ней, или я, или Джеймс, берем ее вот так, как маленькую лялю на ручке, и она засыпает. Потом надо просто постоять, как бы покачать ее, вот так вот. Дать ей почувствовать, что она не сама. И она потом засыпает дальше. Она начала есть нашу еду. Причем все подряд. Даже мы в обед не едим больше никакой там детской еды. Чаще всего я ей отвариваю макарошки, и вот она их сама берет. Я ей даже иногда вилочку даю маленькую, такую десертную, чтобы вот она именно сама все это вот ела. Она ест сыр, мясо любое, картошку, яйца. Я ей давала, у нее аллергия снова появилась. Но я ей там дала малюсенькие кусочки, у нее прямо, ну прямо чуть ли не моментально, там спустя 3 минуты, может 5 минут, у нее покраснело вот тут вот внизу, все, по-моему, вверху губка. Ну, она потом тоже быстро прошла. Сколько песка, да? Сколько песка. Она обожает смотреть футбол. Это просто тот еще комментатор. На каждое... Сейчас идут эти вот, как эти называют, квалификации на ВМ. И вот она сидит и просто там и руками жестикулирует, и все рассказывает, и показывает. В общем, я не знаю, что она там конкретно, что ее не устраивает, но она очень любит смотреть футбол. И вот они с Джеймсом садятся там, и вот она может спокойно минут 20, просидев у него на руках, откомментировать все это вот. Она с ним спокойно сидит. Я в это время могу заняться своими делами какими-то. Она любит смотреть Формулу-1. Они с Джеймсом тоже смотрят GP, MotoGP. В общем, все, что такое машины, мотоциклы, футбол, она любит. И у нее есть, конечно же, компания всегда, поэтому... Что, Ляль, вымазала ручки? Иди я вытру. Иди я вытру ручки. Вытирай их вот так об штанину мою. Можно. Тут этой штанине уже хуже не будет. Она нас очень хорошо понимает. Она, когда меня зовет, она говорит вот так всегда: «Мама! Мама!» Когда она к папе, она идет: «Папа!» И он ей отвечает: «Даша!» Но когда ей вот что-то надо срочно, неважно, кто перед ней стоит, я или... «Даша, выброси это, как это, фу, нельзя это брать, нельзя, нельзя». Нельзя. Джеймс, когда слышит это слово, говорит: «Ниндзя, вы говорите о ниндзях». В общем, когда ей что-то от нас надо, неважно, кто перед ней стоит, она всегда кричит: «Мама!» резко вот так. Даже если перед ней Джеймс, то все равно он будет мамой. Так, Дашка? Классно. Что у тебя, песок в этих вот в туфлях? Камушки в туфлях? Хочешь залезть покататься? Гля-гля-гля-гля-гля? Давай я тебя покатаю. Не трогай камеру. Садись. Держись, да, вот так. Держись и не отпускай качельку, хорошо? И вот так. Вжух. Вжух. Как? Вжух. 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 Классно? Гу-гу-гу. Да? Да-да-да-да-да. Давай себя катается на качельках, да, Дашка? Все, накаталась? Да. Да? Ну хорошо. Ой. Она любит музыку, любит собак. Она вообще, когда видит собак, это просто какой-то такой возглас радости, счастья, такой «Уа!». Потом она начинает делать как собачки. Даш, как собака делает? Как собака делает? Вот так она делает, да? Еще что смешно, вот это было прямо сейчас. Я ее что-то спрашиваю, она всегда делает так.
Типа, а, что ты сказала? Мама! Потом я повторяю вопрос, и она как-то реагирует. Чаще всего правильно, но она всегда переспрашивает, и мне казалось, она меня просто не понимает. А потом, когда Джеймс с ней разговаривает, все то же самое. Она ему тоже всегда сначала такая, а потом отвечает, потом как-то реагирует. Зачем ты оторвала эту штуку, Даш? Все, одной тебе достаточно. Дай сюда эту бумажку. Рот, да, самое главное — это язык протереть, конечно. После того, как играла в песке, как же иначе? Ага, и мне в сумочку сложить. Ну, молодец, хотя бы не раскидываешь, куда попало. Молодец, умничка. Да, хочешь, там вкусняшка для тебя есть? Уа, ключи, ура! Ди-ди-ди-ди. Что тебе дать? Вот это дать? Ну, давай я раскрою, иди ко мне. Да, Шунечка, ты сама не сможешь или неаккуратно. Давай я раскрою. Давай. Смотри, там собака идет. Кис, смотри там. Ой, а там еще 3 собачки идут, смотри. Даш, после того, как он был на полу, ему уже лучше ничего не вытирать. Ну вот она все достала, все сложила назад. Ты моя умничка. Я тебе вот уже открыла. Ой, сушка. Мы вчера сушки купили, целый пакет. И Дашка прямо 2 съела. Держи. Сразу прямо съела, прямо подчистую. Чаще всего у нас вот так вот все естся. Но вчера она 2 съела прям целиком. Оу, бейби, бейби. Даша, ну скажи бейби. Даш, скажи бейби. Бейби. Вот, понятно. Все, все видели, что я в сумочке ношу. Бульк, бульк, бульк. Ача. Ой, вот это даром я-то сюда положила. Сразу все остальное становится не надо. Что этим делать надо, Дасюнечку? Джи? Этим рисовать надо, но тут негде рисовать. Вот хочешь, можешь вот тут порисовать. Нам подарили 3 карандаша. И красным уже было покалякано в доме все. До чего можно. Да, ты рисуешь. Мне кажется, Даша будет правшой. Правда, Даша? Она вот тоже, когда ест, все правой рукой. Потом, ну вот даже сейчас рисует правой рукой, там такое. Ди-ди. Ди-ди. Ди-ди-ди-ди-ди. Это ты знаки оставляешь, да, специальные? Она вот еще настолько все стала понимать, что к чему. Вот, к примеру, я меняла полотенце в ванной комнате и говорю Даше, вот возьми 2 маленьких, дала ей 2 маленьких, а сама взяла 2 больших наших. И, короче, понесла все в мастерскую, кидаю возле машинки и говорю, ты тоже их там оставляй. И сама пошла дальше свои делать. Потом когда-то захожу, смотрю, она эти 2 маленьких полотенца, которые несла, положила прямо в машинку, в стиралку и закрыла дверцу даже. Даже так. Она вообще... Потом мы разбираем посуду из посудомойки, и я ей такая... Она тоже что-то дай мне. Я ей дала ложечки, она их положила, знает куда. Потом тоже стоит, я ей дала такие судочки, в общем. И они у нас всегда там сбоку аж на том свете лежат. Я ей открыла шкафчики, говорю, вот просто с краю поставь. И нет, она не с краю их оставила, где было место, а вот именно засунула их туда, в угол. Вот она видит, откуда мы их достаем, и она их прямо тут даже и засунула. Она еще ищет везде границы свои. Она одно и то же дело, которое ты ей запрещаешь, пытается повторить несколько раз. В общем, узнать, ты на самом деле говоришь нет, или все-таки можно попробовать, и ты когда-нибудь сдашься и скажешь да. Это на самом деле очень раздражает, потому что ты по 150 раз повторяешь одно и то же, но мы все через это, мы все такими были, как говорит Джеймс.
посмотри, ты же не помнишь, что ты делала в ее возрасте, вот ты была такая же. Так что вот так. Мы ходим пешком, и мы вот в день примерно час ходим, вот именно как тут, вот она-то ходит, я сижу, но она-то ходит, потом ходим по селу, гуляем. Даш, язык — это самое чистое место у тебя. Ручки вытирай, и все, и больше ничего не вытирай. Я знаю кое-кого, кто очень любит походить по травке. Вот мы приходим периодически к какому-то лугу, желательно, который расположен вот так вот горизонтально. Ой, и ты вот так вот едешь, прям вот так. И вот такие вот у нас дела. Дашуль, ты говоришь пока-пока, кис? Пока-пока! Ой! И все она знает, и в какое гнездо надо ключ засунуть, да, вот только повернуть его не получается. Я поверну, давай. Да. Вот на эту кнопочку нажимай. Все, молодец. Даже одного раза хватает. Оно от этого лучше стирать не будет. Подожди, мне еще надо это вот. Спасибо, да, молодец, Анечка. Что это такое? Это. Да. Как этим пользоваться? Да? А, вот так закрывать надо, да? Да. Да? А, узнали. Штучка прикольная, да, есть такая? Да. Угу. Буф-буф. Нельзя пультой, Даша.